Солисты группы M-Band рискнули своим здоровьем ради творчества. Парням пришлось участвовать в съемках клипа при температуре минус 20. Притом сами они находились на улице в легких пиджаках. Зачем вообще в канун весны снимать в югу, пока непонятно. Но по задумке режиссера будет как минимум красиво. Кстати, и сам трек, на который снимается клип, пока держат в строжайшем секрете. А вот экс-участник группы M-Band Владислав Рам, со скандалом покинувший коллектив пару лет назад, уже презентовал свой первый альбом и первый сольный клип. Там он совсем другой. Пафосный мальчик, представитель золотой молодежи и тайная фантазия молоденьких девочек.